Что мы любим в настольных играх? Красивое игровое поле, карточки, легкие правила и бросать кубики. Все это ожидает нас в сборнике игр «Ходилки-бродилки» от белорусской компании Dream Makers. Это отличный стартовый набор для знакомства с бескрайним миром настольных игр. В одной коробочке мы найдем сразу 4 популярные игры – лестницы, лудо, преграды и догонялки. Игры рассчитаны на детей от 3 до 6 лет. Давайте рассмотрим каждую из них. Станьте супергероем и спасайте мир! Для игры в догонялки нам понадобятся фишки игроков и карточки. Перетасуйте колоду и положите ее рядом с полем рубашкой вверх. Около стартовой клетки поставьте по одной фишке. На обратной стороне каждой карточки указан цвет, на который должна встать ваша фишка. Эта игра не требует знания счета, она простая и динамичная. Вытягивайте карточку, смотрите цвет, двигайте фишку по полю и придите к финишу первым. Отправляйтесь в волшебное путешествие в очень непредсказуемой и веселой игре «Лестницы». Разместите свои фишки на стартовой клетке и бросайте кубик. Выпало 5 – ходите на 5 клеток вперед. Выпало 3 – ходите на 3. Все просто. А если попали на клетку с лестницей или стрелочкой, поднимайтесь по ним. Или спускайтесь. Тут все зависит от вашего везения и направления стрелки. Помогите динозаврам добраться до своих гнезд. Возьмите по 4 фишки одного цвета и поставьте на динозаврика того же цвета в углу поля. Чтобы выиграть, вам придется пройти вокруг поля и выстроить свои фишки в ряд на финише. Если вы встали на занятую кем-то клетку, отправляйте его фишку на старт, а сами продолжайте путь. Так как вам надо довести до финиша все 4 фишки, вы можете выбирать, какой фишкой походить. Все зависит от ситуации на поле. Игра «Лудо» поможет вашему ребенку развить умение думать наперед. Пираты готовы преодолеть любые преграды ради острова сокровищ. 5 фишек своего цвета расположите на стартовых клетках внизу поля, а черные фишки поставьте на водовороты, темные клетки на поле. Это и будут наши преграды. Через черные фишки переступать нельзя. Но на них можно встать, если число клеток до преграды соответствует числу на кубике. Если вам повезло, возьмите черную фишку и переставьте ее на любую свободную клетку поля. Желательно на пути соперника, мы ведь не хотим ему отдать все золото. Ходить можно каждый из 5 фишек, но до финиша довести нужно только одну. Простые правила и увлекательный игровой процесс будут интересны как детям, так и их родителям. А популярные темы динозавров, супергероев, пиратов и волшебников не оставят равнодушным ни одного ребенка. Приобрести этот сборник игр вы можете на сайте fantastic.by или в одном из наших стационарных магазинов. Все необходимые ссылки есть в описании.